Ну, вот про нескольких новичков я уже сказал, у тепличников. Ну, вообще, в зимнее межсезонье молодежницы расстались с 10 футболистами, заявив при этом 7 новичков, 6 из которых сегодня в стартовом составе вышли. Единственный, кто не появился, это Антон Шевчук, но он 2 предыдущих тура был в составе. Хомич очень опасно вдоль ворот прострел и Погорельцев прервал. 22-я минута у нас идет. Матвиенко подает штрафную, Хомич до мяча не дотягивается, а вот Максимов смог выбить его из своей штрафной. И контратака Крым-Теплицы. Кто здесь выиграет скорость? Выигрывает Уэсли. Но уверенно играет Троцкий в воротах. Матвиенко. Опарин. Снова очень высоко расположены футболисты Крым-Теплицы. Но здесь точно играет Опарин. Хомич. Борщ. Проникающая передача здесь на Юпова. Тот попытался пробить в касание сразу же по воротам. Удар получился не очень сильным. То, сколько забили тепличники, сказал. Ну вот давайте, наверное, уже не сейчас. Также могу привести про Евпаторийцев в статистику. Чуть позже. Рвется здесь вперед Эвертон. Сделал он передачу. Ну и желтая карточка очередная у нас будет для Артема Култышева. И кто будет, в принципе, бить? Погорельцев наносит удар выше ворот. Он проходит. Но контролировал полет мяча Троцкий. Здесь без нарушения правил. Отобрали мяч и в Потарице. И Юпов в штрафной площади выходит. Даже правильнее, наверное, буду сказать, выдавливают его из нее. Вот подача хорошая получается. И как не попадает Хомич. Что Уэсли едва не выскочил один на один с Троцким, но уверенно сыграл вратарь Евпаторийцев. Вышел достаточно уверенно, мяч в руки забрал. Матвиенко, подача в штрафную, Хомич в падении бьет. Изловчился таки здесь 21 номер. Пробил, но Базилевич тоже не промах и не позволил этому мячу влететь в сетку. Но и в то же время больше пропускают, 10 против 2. Уэсли практически один на один и падение. Посмотрим, в штрафной ли оно было. Мне показалось, что на подступах штрафной. А нет, знаете, Жабченко показывает, что симуляция была со стороны 17 номера гостей. Одобрительно здесь, одобрительные аплодисменты со стороны трибун. Рединов убирает здесь мяч под левую. И без нарушения правил лишают его футболисты Крым-Теплицы мяча. Ахунов. Ой, как опасно сейчас получилось. Там рикошет был от Давидчука. Практически в полном составе сейчас в своей штрафной находится. Только Нуридинов здесь в районе центрального круга. Подача идет. Хомич опять помогает обороне. Еще одна подача. Снова Хомич. И снова на подборе футболисты Крым-Теплицы. Джонатан, еще подача. И Максимов бьет, достает из-под перекладины в хорошем таком прыжке. Здесь, наверное, не очень правильно сыграл Давидчук. И вот очень опасная атака на ворота Евпатории. Но получается, и смотря так на все это, даже трибуны ведут себя сегодня достаточно тихо. Кстати, во втором тайме так визуально прибавилось количество зрителей на трибунах на арене Крым. Уэсли падает штрафной. И на сей раз, в отличие от первого тайма, арбитр указывает таки на 11-метровую отметку. Фалил там Иван Войтенко, если я не ошибаюсь. Ну что ж, и вот шанс для Крым-Теплицы во втором тайме. Ну что ж, Погорельцев у мяча. Троцкий против него. Удар и разводит по разным сторонам мяч и голкипера. Ролан Погорельцев выводит тем самым вперед он гостей. Крым-Теплица открывает счет в сегодняшнем матче. Евгений Харченко на поле появился. Евгений Харченко заменил Николая Хомича. Матвиенко, подача, и выпрыгивает высоко там Давидчук, но
преимущество. Сейхан Алиев как исхитрился здесь пробить. Поторапливает арбитр Тепличников, чтобы тебе поскорее вводили мяч в игру. Новичок. Опарин. Троцкий. Попович. Новичок. Нуридинов. И вот уже получается что-то, какая-то позиционная атака у евпаторийцев, но подача, последний пас не прошел. Ну, конечно же, здесь, наверное, будет розыгрыш. Джонатан, приходной. Джонатан. Пошел в обыгрыш, обыграл Давидчука. Ну а желтые карточки пошли совершенно другим футболистам. Приходной получил желтую. И Матвиенко получил желтую. Если мне не изменяет память, то для Матвиенко, как и для Кутушева, эта карточка стала четвертой в сезоне.